Которую мы все готовили в том году, это все готовили в основе по которой сейчас вам принесу. Пишет мне подарок,
Да. А я передаю микрофон Юлии Олеге. Девочки, я хочу пару слов рассказать о своем любимом конкурсе. Теперь он называется «Корона Амриты». А девочки знают, что раньше это был конкурс «Мисс Амрита», потом был конкурс «Хина Квитка Присамария», потому что был конкурс Днепропетровской области. В этом году первый раз вышли на всеукраинский уровень. Вот, захотели у нас участвовать в других городах участники, и это нас порадовало. Вот, мы рады, что наш конкурс приобретает такие масштабы. Надеемся, он будет дальше расти. Смысл этого конкурса, может быть, как бы задумывается. Я считаю, что наше занятие, наше любимое дело, наше любимое хобби должно нам всегда приносить радость. А конкурсы не всегда приносят радость. Я создала «Корону Амриты» для того, чтобы каждая девочка почувствовала себя первой. Поэтому каждый идет со своим званием, со своим кубком. И две у нас получат короны. Конечно, все равно должен быть кто-то лучший, чтобы было к чему стремиться, правильно? Когда все неправильно, так неинтересно жить. Надо, чтобы кто-то был все-таки лучше. Поэтому у нас две будут короны. Почему две, а не одна традиционно? Потому что, опять-таки, первый раз в нашем конкурсе захотели участвовать профессионалы. И я не могла их выделить отдельно, потому что понятное дело, что профессионалы лучше, чем начинающие любители. Правильно? Это априори. Поэтому мы их выделили. Провести награждение, надеюсь. Да, приглашаю всех участниц короны на сцену. Всех участниц короны на сцену. Сюда смотри. Попросить чуть-чуть дальше, чуть-чуть. Вот.